Какой ДС ушел по рукам? Так, надо джанк еще, да? Он же где там? СПД у кого кончилось, войду обмен. Войду или определенный, без разницы. Пару секунд на это есть. Он. Давай. Все, готовность на пол. ДС куда-то ушел. Кому ушел ДС? И ДС. В смысле, ДС куда-то ушел? У тебя, походу, мастер лут на превосходное был. И кто-то ДС-ку спиздил? Да. Вот ты пишешь, видел. Если, если человек, который спиздил ДС-ку, ее не отдаст, пикну нахрен. Кулак пороган киньте. Петя, есть флажка? Спасибо. А мы найдем этого человека, кто ее забрал. Мистер Бон, чего не хватает? Кулак дайте по мистеру Бон. Поменяй сейчас добычу и переставь на редкое. Вот, превосход... вот у тебя сейчас стоит превосходное, поменяй на редкое. Зелень будет пылить, ну, по рукам идти, а синее выше, оно будет уже тобой распределяться. Играем. Я на сфере? Понял. Да, ты на сфере, Локи тоже на сфере. Помогайте. Мы убежались. Ну, более-менее еще. Кинетика падает. Я не боюсь, я пойду туда сару сферы. Отбивайте сферы, которые возле Кирисета, там сова не может. Дайте сальву по магу. По определенному. Есть ПСК? Не закидывай просто так в меня. У меня же своя есть ПСК. Она не работает вместе с моей. Это бесполезно скилл на этих тратить. Геру дали? Еще одну сальву, если есть, помогу, прикиньте. Есть ПСК, Шака? Я могу использовать. Давай. Убежались? Да, СПС проебал. Сфера падает. Массейвы отдайте, выбивайте. Вот сейчас, короче, разбираюсь с этим ДС-ом, ебаным, пока прожбем. Эмобой. Эмобой. Кидай обмен.
Да тут все нормальные ребята, никто бы не закрылся. Ты ДС забрал. Да я знаю, что все нормальные ребята, поэтому не говорю, наверное, это неадекватно. Так, ладно. Вот и пошел. Мол, в свете. Минор. 10 раз. 2. Финиш 1. Дальше. Грудак. То сейчас. На, и сразу распылить блитмот. Шаг Канада, грудак. За 10 раз, 10-2, 10-3. Кидай мне. Но спеки тоже смотрите, если кому-то надо. Шаг это Марух, если что. Полинору минус 10, Тимару, ты чё? Минус 10. Алану подходим, если кого менять будешь, меняем уже. Так, ага, Марсеза возьму по-любому. Я в дике. Так, Барнингаль вроде неплохо намажет. Давай, Джанг, на замену, вместо тебя я в дике пойдёт. Бери, короче. Сейчас. Пока не двигаем. Добьем. Двигаем. Ничего. Ну. Сейчас посмотрим. Значит, можешь идти на замену вместо тебя Марсеза возьму. А, ты ретрик единственный, не миди, называю. Ретрик сильно бафает. Так. Все, поменяю сейчас FDK вместо джанка. Ой, я сходить. Да пусть нормально. Давай послушай и тоже уйдет. Вместо послушай МРЦ. Сейчас. Добьем трэш, этот и нет. Марсес, потому что хорошо бьет. Угу. Тебя же Ванна убита, но в прошлый раз ты был с нами. Нет, это Ван. Где там, меня Синдра убит, а Лич убит. А. Значит, вставайте. Какой я могу судить, у меня фул закрыт. Давай ты тогда Марсес доберем. Так, добьем трэш. Так, я остался последний плащ, но не добью кашу. Танки. Паша, он мейт, тебя этот... Мейн танк или ДД? Я бы танки не ролят, молчат. Паша. Мне не надо. Так еще новый человек. Так, ладно, сам я перебью пока. Вы меня не звали, я просто отходил бутерброда делал. Не, Женька, не звали. Все, пока здесь. Нужен, наверное, танк. Наверное, танк будет. У всех зависит, только у меня. Ну, короче, 10 рунмейт тогда. Раз. Финиш одна. Все, я офаюсь. Да. Сейчас титан. Кто там с титанами? Дай Юю. Ну или у себя пока оставь, ты ж потом вернешься. Андрюха, минус 10 румейду. Марухичу, точнее, минус 10 полинору. И 7-2. Ставлю рыбу,
Да, Рону. Марухи, Чири, Полинор. Сумоньте всех, кто... А где мистер Бонд? Релог делал. А? Релог делал. А, окей. Давай. Просто на полную будет. Все, а пока, как в прошлый раз, берешь зеркало. Смотрите, кто здесь, скажем так, первый раз, то сильно не обрустите. Забрал человека, который умеет писать. Все, я второй. Либо... Второй укус должен быть обязательно отдан уфолога на пулю. Ой, не уфолога, вью. А первый на пул тоже вью? Да. Будет вью. Кулак дайте пароль. Мейн танком, а Андрей потом поменяется с апокалипсис. Берет зеркало. Смотрите Барменталя и Дикея. Дикея, если что, вью. Класски. Блин, нужен реально. Иди домаш. Я хотел бы. Я думаю, я бы выбыл, блядь, я бы лучше сходил с нуля. Да похуй, сходим с нуля. С наследником. Еле, два рейда соберем. Горменталь, принимай сон. Да, я пробовал фаски еще раз. У ее, бедрехмен. Где это, блядь? Ее, ведьма. А кто первый лутает? Апокал, да? Апокал, да. Апокал вторым лутает. Первый, кто... Кто не уверен в себе, лучше забирать. Можешь? Маш, чего не хватает? Сапрот их не вы могут выпить. Если они сапроты выпьют, то... Фудыки, ты не лутанешь никак его. Давай СС и Эмобой по Нелешу, Вудрэйвен по... Кто у нас? Сопрот у уфолога кинь, Марк, попасть. Модня. Все. А пока вот ты с Юю бежишь вдвоем. Пойдем, Юю. Все, я полутал, могу пойти покурить. Вот, давай, на этот уфолог. На пол был, сорвали, блядь. Так кто укус полутал? Пусяло укусишь, а пока дай не лежь БР пойму. Барменталь выбежит. Ребаф, пол ребаф на боя. Напоминаю, рейндж держим, когда с пактом двигаетесь, люди на пол пакт верхний. Так, не лежь иннер по шаг, а Маш-то по себе. На Йоми побежал. Молодец, Алина. По апокалипсису. Ну? Кого у меня грызть? Так, ты укусишь Вудрэйвена в кресту, Кусяло укусит шнурки. А пока. Кусяло в квадрате шнурки кусает. Так. Андрей, потом на взлетке закинешь иннер по шака. Подвигались с фактом. Куда ты газировали? Наоборот, сбежаться надо. Так, гимны нажмет на первой взлетке. А сейв будет, послушай на Йомину на дне. Набрали ренджу.
Милики свалили подальше. Два гимна нажмите, бресты. На следующий шаг он нажимает гимн и его. Следующий. Все, кусайте топ ДБСеров. Мистер Бонда можно... Хая... Ага, да, он забагался ДВМ. Меня, Войда, там куча людей. Тени... Он у Маши поджала. Маша? Если есть ПСК, закинь по мне шаг. Так, наеми гимна ману за косты. Войд, ой, не Войд, а пока ты на следующий взгляд по своей ПДР. И Барменталь ты мастера урта на тьму отдаешь. На следующий взгляд. И помогаете все, кто может хилить, помогать, помогаете хилить. И послушай, вынес. Правее немножко все стали, смотрите, там хуёво вынесли. Вкусы отдали. Не лежь. Я упустил. Следующая тень и будет эфир. Смотрите, чтоб нас не загнало в эту лужу. Когда она побежит в центр, уже сразу убегайте. Тени. Будут древы. Все, убегаем. Чтоб в лужу не загнало. Два приста отдают. Эйс. Отдал. Кто может хилить, хилит. Держите рейндж. Не укушен, Женек, Барменталь, послушай. Все хилы не укушены. Как сбежимся, вот. Подойди, идёт, я буду грызть сейчас, ебать. Подойду, Милику. Да, ну ты там... Я Женька укушу. Тени только вынесите, не лежь, выведи. Я Женька укуси. Отойдите немного. Чуть-чуть левее, да. Геру дали. Кусяо убейте. Кусяо убейте. Ну убейте, до сих пор не убили Кусяо. Иннер потом по Кусяо. Ой, не Иннер, Маша БР по Кусяо. Не вставай только. Нажми, пристегим, нажмите. Встали. Не вынес. Блядь, ну кто вообще меня не выносит? Ебать, давайте минус. Двоим, блядь. Минус Кусяо. Минус, кто там тень не вынес? Херово. Грязевар. Кусяо еще минус тоже. Блять, не умеете отдавать укусы, нахуя вы их лутаете? Это я вот не могу понять. Стоп, не ДПС, если ты не умеешь отдавать укусы. Он еще на кораблях мог минус уйти, там уже просто не было чего снимать у него. Не умеете лутать укусы, не лутайте вы их, стопните, не бейте чалисть, не умеете кусать. Любую цель можно укусить, ну блин, вообще любую. А сейчас кто-то определенно кусает, ловит укусы или похуй. Лара, ты вообще знаешь, что делать, типа, или тебе надо что-то рассказывать? Слушай, я второй раз ДЛК он написал, может кого-то другого взять, блядь, вместо этого Лара? Это... Может второй раз на Ларе он в ТЛК, блядь. Я хуй его знаю. У тебя ДБМ все там лагает. У тебя не лагает? ТПС не просаживается, может ты лучше поменять на этого босса? Нет, вроде. Сейчас пусть еще один трай сделает. У него просто тоже проходки нет. Вот он.
хотел сделать как всегда, а получается, нет. Не выносите тени сразу, там еще кто-то не вынес тени. Херово. Он в стороне отдельно лупит, но... Короче, на первую я отдаю вам, на первый полет. Ю-Ю отдает Наёми и послушай гимн, и мастер аур на тьму от Барменталя. На вторую полетку Апокао, собственно, Васа и Вай, и Шака, и Войд нажимает. Кто не знает, как отдавать укусы? Не утайте первый укус. Просто стопните ДПС. Если вы не уверены в себе, что вы отдадите укус. Я же в мутике, я не могу напулить с пула много. Поэтому срывают с пула. А там два ДК бежал впереди, блядь. Как с ДК срывать, я хуй его знаю. Каким, блядь, уже. Веселым пацаном, нахуй. Чтоб поставить для начала его надо. Вы, ТРДшники, влетаете за метр за него. Ну, я не знаю, я за ДК танчил, там ЛП, блядь, все, бежишь, блядь, с любой стороны, бросаешь по хую, ставишь. Да никогда ставит. Не было с Колей этих проблем, сейчас просто. Я не говорю, что с Колей проблем, я в общем. Все, никто не бьет, пока не поставит. Пару ЛП в Коля, дай. Все, врывайте. Сальву помогу, Сань, закинуть всякие штуки, у меня там агронабор просто летит. Нурки. Покусик Апокало. Отлично. Апокало, потом буду Рейвена вкрыть. Меня подрать. Блин, Рейвен крест будет, да? Да. Апокало в подрате. Там новость. Куда там? Вы можете чуть-чуть стенки сразу выносить? Ну ёбана, ну хуже, конечно, выносите. Может, прыжки там всякие. Не, первый укус будет прямо во фрейме босса. А пока вы, Женя, укуси. Будрейвен. Короче, так. Я Будрена кусаю в кресту. Будрен, там. Так я же кусаю. Ты меня в квадрате кусаешь. Как ты слушаешь? Короче, по хаке не левший наркусял. Войд выбежал. На себя в квадрате. Да, да, да. Глухой. Факт, подвигайся. Последняя тень, она убегает в центр. Ищите место. Зеленая. Блин, я буду драла. Да и вы отдали. Я пока вот иди, я ж могу стрелять. Ты можешь... Сам до меня подошел, что орёт на меня, пиздец. Иди отсюда. Ну блин, я же могу стрелять. Ты нет. Приготовьтесь тени выносить, и пак. Сбежались быстрее. Дальше укушу в дике. Если есть ПСК, закинь шака по мне. Кусяй, не кусай, да? Кусай, ну не знаю, кто мне что-то не отдал. Не, ну он вроде по ДПС. Я в дике укушу. Ну, за таунти, короче, босса я один не отдал. Скоро тени, через 3 секунды. Приготовьтесь уже все. Нормально вынесите. Шнурки, Женя. Подойдите, чтобы я укусил. Кусял, подойди, выйдите, да, кто-нибудь. Кусял, подойди к шнуркам. Все,
все, хорошего лужения. Последние тени будут. И будет взлетать. Смотрите влево, чтобы лужа не загнала, тоже заранее выйдет. Тени приготовились в дикей. Спел? Да. Выбежали все в центр. И освободили Хиван центр. РДшники в стенку, там где свободное место, в стенку уперли. Освободите место РДшникам, чтобы они стрелять могли. И Хиван. Что ты в центре бегаешь, грязевар, блин. Шаки БР, Маша. Встанешь после пакта шака. А, у тебя КД, не лезь, шаки БР, быстрее. Укусы приготовились, кстати. Эмобоя укушу. Вставай, Шака. Стрелю убежал. Стрелю. Геру дали? Стрелю прохильте. Геру, Геру, Геру. Тени сейчас главное выносите и все, и добивайте босса. Наеми гимн на ману закастуй. Тени через 9 секунд. Не заслакайте. Пакты, потом тени скоро будут. Войд гимн на ману кастуй. Маша выбежала. Готовьте баблы, короче. Не, нормально, спокойно бывает. Тени вот только приготовьте. Барменталь жми нахуй. Я только хотел Машу укусить за лапку. О, палка. Слышь, дайте левитацию. Левалы такие приколы, блядь. Ну подожди, подожди у колодца, сейчас я подбегу, дам левитацию. Стойте, стойте все. Спасибо большое. Стойте. Что, сделал квест? Сейчас дам. Ахуй его. Да. Я даже не знаю. Кому дал, прыгайте. Сейчас гляну, что тут свалик. Только квесты, блядь, делаете, словно, блядь, соберете все шеймы. Да? И пошли 10 ИП. И смотрите уже следующий босс, по-моему. Форвард 10 раз. Поменяешь? На работу. Ты уходишь, если на да, работу. То убивают. Ну, убивай тогда, потом придешь. Ну, уже банка был, пособирал. Скибиди, заходи. Я? А, Полинор опять, в, да, в Элема. Мне заходить? Да, 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 Жень. Полинор, в Элема. Валя, следующий босс, ребята. Далее, да, Валя, на Валю. Барменталь возле Вали прыгает. Я так понимаю, короче, тоже, да, в танке тусить там? На этой... Может. Синдре. Да, наверное, тоже сам. Кто-то ебал. Наш ДПС более чем хватает. С тремя сейчас намного больше ДПС. Но я грязевара поменяю. Я не захожу, да? Не захожу. Если тебе надо с босса что-то? Если я что-то... Да, реку. Мне кажется, на ДПС наоборот очень мало махнуть. Мы с Андреем минус одного, минус один ДДшки. Но все равно минус один ДД, и мы, блядь, за 3 секунды до берса убили босса, это пиздец. Ну, не за 3 секунды, тебя неправильно показывало, там до берса. Там, знаешь, там просто миликов много, и они на взлетке 20 секунд не бьют. Вот из-за этого все это влияет. Да, и укус еще первый получил в шнурке, обычно... Два первых укуса, да, это милики. Окей. Я понял. Там это реально... все виноваты, конечно. Имели. Ну там. Не, ну так смотри, мы. Андрей, так я типа не с сарказмом, я типа с пониманием, то окей, да. Второй укус забрал по факту танк. Еще раз ставлю вопрос. Захожу или нет? Тебе надо что-то с босса? И я тут не слышал. Ну да, реп. Так, пошмот особо ничего. Ну тогда сейчас сюда репа, ну сейчас кто-нибудь купит. Как Дикей, допустим, друг. Да, мне поезд же не надо.
А тебе надо пояс? О, еще один за пояс. А сейчас за пояс война будет. Как хорошо, что он мне не нужен, да? Хотя, блядь. А, вот, о, хорошо, да? Продолжай мысли. Не надо он тебе. Не, наверное, на блядь, не надо. Я на спрофа буду больше забирать. Женек там пояс очень сильно хотел. Потери поиграть. Да, так, я получается, кровавую пучину Андрей забрал. Дайте массейв, Сань, Сосун, нажми массейв, Коля тоже Андрей дал. И налет Санька нажми. Или Бор Менталь. Пострели Иннер закиньте. Один, там, два. Токен. Паладин, жрец, блок. Будрэйвен 10 раз. 10, 2. 10, 3, кидай. И Андрюха тоже кинет обмен. Минус 10 себе и минус 10 Будрэйвена. Еще токен. ДК, маг. Ну, а фолк тебе надо? Андрей. Забираю, забираю, да ты его. Если надо. У меня еще один из. А, то забираю, конечно, его. Сейчас кинет обмен, куда себе минус 20 для шмотки. Батя, у меня теперь, блядь, Глора нахуй, это там. Не туда. Пацаны, вам по приколу дропнуть в ВВЕшке? Они себя танками почувствовали. Ничего ты не знаешь. Ну да. По охотнице играть и череп на меня поставил. Коля, у меня 4 ДС, еще одну выбью, я тебе дам долг, который должен. Так, FDK, тебе пояс нужен, да? Не пользуем пояс. Выпал пояс, FDK 10. 1000, ну окей. 200 давай. Один из вас уступит, Петя. Блять, все. Ну, FDK первый 7 поставил. Давай. Ну, 7, 4, 8. Да, сука, ты не гулять. Давай. Я уступлю. 8, окей, 8 женёк. Что за пояс там? РПБ. Ладно. Кожан или что? Ладно, ладно. Не, ладно. РПБ. Сань, мне через 15-17 минут отойти надо будет, надо быстрее захилить эту херню. Ну сейчас захилим, мы пойдем трэш пить по этому. Пошли. Сразу теряйте, мне скажете только. Встаньте ее там сразу, чтобы она не закинула. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного. Не успели, ну ладно. Ей же надо стан зебать или что сделать? А на ней был щит, она еще и обновила его, еще второй пришел. О, вот, блядь, интернет страшная вещь. Кто щит она? Быстрее ходили, пацаны. Ну что там, где копье? А есть, может, макрос у кого на это копье, чтобы быстро изжимать?
Я в нее кинул копье, КЗ не пробило. Два щита блока, вот их я баткой. Опять два щита повесила. Не дикой. Сука, что за скотина там стояла? А кто Федики в рейд пустил? На Валик бил. Ой, на бил. Монталь. Значит, ливнешь с рейда Борменталь после этого босса. Уйдешь. Этого босса сразу копало прыгаем. Будете через кота пилить. Да он просто будет стоять и пилить. У кого есть хилы, можете тоже в хилов прыгать. Есть все. И просто хилить вальку. Стоять, не летая. Просто чтобы мне не подстраиваться по других, я один прилетаю, как быстрее будет. Хорошо, и ПС пускай откратит. Что, заходи? Да, сейчас еще вальку берем. Заходи, заходи, сейчас берем, сразу иди к его. Ты стримы давай запиливай, мозги не еби. А, Паша, прыгни в этого... Так иди, Андрей, ты... Забей на... Паша, прыгни в ДК. FDK вместо Хая. Можешь послушай еще в одного ДЦ спрыгнуть, где было, когда, собственно, выйдет. Спулили? Да, спулили. Блять, ну вы че? Умираем. Ты тут умирать будешь тысячу лет. Ну у нас тут тысячи лет только нету, давайте бить. Давай бить. Я уже тэпнул. Через кота, блин. Кто там, Юй, за стеной, да? Мобов убивайте. Идите подавление убивайте. Так истерию можете накинуть. Или, ну, убить ее нахуй. На босса истерию кидать? Да. Не надо. Это... Блять, Сацуна убили. Кидайте истерию, блядь. Кто это сделал? Кто первый ударил? Кто запулил? Есть минус этому человеку? Там в лужу зайдите и умрите все сами. Я не знаю, нахуй. Диван закиньте в клон. Я отошел, блядь. Я повернулся, там моб бежал, нахуй. Может это пет чей-то, хуй знает. Я не смотрел. Хуя вот орехи на нее кинул, блядь. Ну просто... Стреля? Не-не. Ну, значит, кибизи. У меня в диаграмме показывает, короче, рог, сова и этот, блядь, и ДК. Это кто первый урон нанес? А там не урон в пуле? Нет. Нет, там надо подойти. Там не уроном запулили, либо хилом, либо подошли. Ой, спасибо. Рыбу поставим. Ставьте шкаф, смоньте все. Будрейвена, Хая, Марсеза. Ты Марию Игоревну не обижает. Начальник высокий. На кого вы пошли? Вы если видели, кто запулил, замутил хуйню, так вы сдавайте сразу, блядь. Это поощряется. Мы меньше времени потом будем брать. На кого вы пошли? Мы на Вальку. Надо? Рунмейт, тебе кося в ДД, что ты в танке шляешься? Потому что я ему сказал в танке. А, ты же танки, да? Да, я в танке. А, давай. Все, давай я обратно. Не хочу я кристаллы тратить. Не, не ты. Я понял. Я на Сацуна МКшку закину.
Через печеньку хилите. А, у тебя она не прокачана. Лок, давай его к печей доспех на отпил. Через лока. Печеньку поставил на лока хилить. Блять, они бегать будут, я их доставать не буду, то я просто так похилю. Там Джан просто проебашит плащ какой-то, блядь. Вы все проебетесь опять. Джан, давай не пэшим. 10 сплащ. Быстрее только. Ну это ты 10 ставил. Кто-то другой ставит. 500 будрэвен. Как они стесняются, а? 1000 раз. Скибиди 7к раз. 7к 2. 7к 3. Окей, скибиди. Готовность. Жака сразу нас, сразу видно наш человек. Сразу 7к бабахнул и все. Все, полетели. Не будем всех ждать. Посадил такой. Он босса с пулем. Вы уверены? Всегда то минус ему там. А он спулил и, короче, ЕП в ноль слил, чтобы ничего не отняли. Вот это как-то майнгейм какой-то. Блять, он красавчик тогда. Что ли? На 5 ходов продумал вперед. Подавление убей. Что оно пьет? А пока не лови далеко моба так. Мистер Бон, ты нейтрализующим ударом свечки мог. Только в лицо надо будет бить. Аня, скажешь, когда плеск все выкинул? Да. Подавление вышли, иди себе. А стрель еще сюда залетел? Не знаю, что он туда залетел. Стрель, что ты туда залетел? Сказали, летает один человек. Просто стой ты, Вальку. И людей подхиливай. О, вот, Анчо, я покушаю пока супчика. Давай. Покушаешь, я пойду. Свечка вышла. Колю прохильте. Не лезь, кусяо, инер по ворменталю закинь. И Алина. Сань, про ПС-ку не забывай, когда убегаешь. Пару секунд хотя бы какую-нибудь. Я тоже могу это... давать, что ты говоришь. О, две ПС-ки. Может быть, вот что-то. Сосунг, тебе нужна будет Луна? Да закидывай, конечно. Когда Геру даст, так скажешь дать Геру, сразу закинуть. Чё, о чём молчит, ничего не говорит. Обидел, что ли? Он занят. А-а-а. Свечка вышла. Мистер Бон, можешь нейтрализующий. Пока не они закинуть, ставим закинуть. Это самое главное. Сковывание нежити работает. Вот так старается уже, так старается. Танечка. Что за хуйня? Почему свечка падает? Бывает навсегда. Давайте поездку. Я открыла портал в изумрудный сон.
Блять. Настоящий ВР пошел. Дайте ВР по Сосуне, у кого есть свободный. Не лежь. Маска должен. Свечка вышла слева. Вот, нажми гимноману. Варменталь, умеешь летать? Все умеешь ли? Что, резать будете? Вы чё, блядь, будете резать мастер, будет или нет? Она в портале была. Мне не показывают, что это. Мне не показывают. У неё КД? Значит... Барменталь, летай в портал. Барменталь, заходи в портал, блядь, по кругу летаешь, собираешь шарик, ты выходишь, филишь. Появляется основа портала, выходишь в портал, летаешь, собираешь шарики. И вот так, набираешь 30 стаков, потом хуяришь босса. Вот все, как силить босса. Шаман и ДЦ один захилит рейд. Не захилит один ДЦ, не надо, блядь. Он еще пускает это трелли с ним летает, в одной точке вместе летает и все, типа. Собирает. Жми просто гейм. Я уже. Стоим. Еще дайте свободный гейм. У вас просто слишком много игроков, которые не знают, как легко. Саня, что типа, бабл не прожал, прожал крылья, да, и умер. Ну я под поиск крылья нажал. Да там слева меня эта херня, балдыр не убил или как-то. Сейчас подавление вместе. Там черепо было еще. Свечка слева. Ладно, короче, я отбежал, все, у меня 15 минут прошло, мы что-то долго бьем. Если что, не боишься. Почему разгром каждый? Разгром? Бар. Ну что-то АФКшит, чекни там. Или по урону, по рекаунту посмотреть, кто бьет, кто нет. Сейчас проверим, сразу не будет. Мурки. АФКшит, а пока он сдох. А что сделаю? Шнурки бьет. Нет. Нет, нажал. У меня Берри, сдавать по сути на Берри или нет? Нет, он пошел. Апокалипсис туда дать можешь? Давай. Лучше на Элишу дать, чтобы у него был бы. Я уже сдал. Сторгаешь слева. Сейчас что, в порталы никто не летает? Барменталь, ты в портал летаешь? Да он стаки. Тебе же сказали, как летать. Он не знает, он стаки уже проебал. Берегитесь. Ой, бля. Да там нечего знать, смотри, просто каждый раз, когда появляется портал, ты заходишь, ты их не пропускаешь. То бишь появился маленький, ты рядом с маленьким встал, он открылся, блядь, ты зашел, сразу полетел, собрал. Все, он собирал там 30-40 стаков, блядь, сказал, что собрал, или написал, блядь, дайте мне геру или еще что-нибудь. Давайте, ты, видишь, давайте я зайду туда, дайте мне ману. У меня уже 3, у меня 3-4 стака. Дайте ману. Сколько? Ну, сейчас они захилят, уже расстались. Что, геру давать? Бомжей дайте, чтобы черепов собрать. Давай, ебы хиняйте, парни. Короче, я... Строгающий вышел, только убейте справа и строгающего. И подавление тоже вышло. Сразу потом. Все остальных забейте, мол. Присты гимн нажмите, если у кого-то есть свободный. Да, видите, прям. Пацан справился, вот не знаю. Справляться. Ну ты, короче, это. Мотивация, мотивация. Минус ЕП танками и Сацуна, блядь, 100%. Я бы дал. Харя, у вас не треснет. Хильте все там 1%. Дайте мне руки. Да, он решает, короче. Много хильчик, мало осталось. Портал.
Сергей, вся хуйня, ебашьте, пацаны. Чудо свершилось. Ну что там? Кольцо там. Кольцо. Ништяк. Ой, два кинжала, бля, сразу же. Как это работает? Мутик. Ну, это какого-то мутика нормально можно, блядь, подеть. Охуеть. Это мутика уже у вас есть. Бисовый. Да не, вообще, то, что сразу два упало, блядь, это же круто. Раз-два вставил и пошел бить. Так, кому надо уходить, уже уходите. Ну, 251-й второй, конечно. Ну, это по-любому лучше будет. Так, Вакачи в рейд засуманите. Так, Грозимона пойдет. Все равно на замену пойдет, сейчас поебать мод. Короче, это что здесь? Сразу два по 10 забираешь. Или один. Один возьму, нахрен, нет. Значит, один за 20. Один за 10. Давай, раз, два, и давай ко мне. Колечко. Ой-ой-ой. Он покал 10. Не лежь 1000. Покал 1500. Женя, шнурки 2. Покал, давай. Ебаш. 2,6. Не, я много не буду. Я знаю свою цену, за которую я буду забирать его. Ебаш. Тикей, неправильно говоришь. Надо говорить, садись. У нас апокал, мистер Скрудж, блядь, надо было назвать, а не апокал. Так. Давай топ-хайп в рейд на этого, на Синдро. Место Грязевара. Ну хуй знает. Кольцо 264-е такое. 3-100 пока, раз. 3, у меня 232-е кольцо. 3-100, 3-2-проковых. Мне проковым нахуй дай, надо, пока. Если мне куда девать его. Отнимай минус 300. А я что-то пропустил? Не, я высказываю свое мнение, я ж тебя не заставляю. Не, мы на Синдру топ-хайп заходи. И в Акатису. Сосуна подойдет. Так, кто там? Прыгни еще кто-нибудь. Давай послушай, прыгни пока. Петя. Давайте а еще тебе... вон Джанка Лаксара возьмем на Синдру. Ну, это же будет лучше, чем Мики. Фокус после Синдры. Гоббит трэш, пока они там, блядь, додумают, кто хочет меня, так не хочет. Пошли. Я пока слетаю, кинжал за череп. Подожди пока, бля. Да я уже... Ты иди с ним на пол. Просто ты будешь на пол. Собой, да? Не врывайся. Ладно. Не врывайся. Лучше пойдешь потом. Пока будем на духу учиться. Не врывайтесь, пока у нас единственный на пол остался. Ладно, подморозим дело. Сказал Саша, говорит, не врывайтесь, сам ворвался. Я в капристате говорю, послушай, ну вот ладно. А мы вчетвером. Не врывался, я просто приморозил у меня сразу. Так, Марухич, ты что на... ты что сел на приста? Он не сел, он просто для вашего статика не делаем еще одного высадку. Я тебе пушку не отдам. Статика, блять, на приста. Одна ручку, которая. Дробяшка. Не надо в дау тэпаться. Кто, блядь, забрал такой и свалил по-тихому. Да идет, он не свалил, мы с ним все. Саша, это шутка, Саш. Не, ну мало это. А Маруха, ты подписал нормально, а то что ты его как неадекватно отображает, где ПВП вот этой хуйни. Тех адекватно, да, типа, бля. Они постоянно в рейде в списке, а этого, блядь, где-то надо искать, блядь, в жопе мира. Марухич, правильно у тебя написано, Марухич?
Ну, значит, все. Ты маруки чаще, а не шах. А, нет, ты просто через шаку, у него видишь 9.70. Не надо его искать, чуть, то есть маруки чем. В рейде вон, на кшиве ПГП. Так вот именно, у меня шака не находит, а Марукича находит, хуй пойми где. Я помню, тебе скриншот скинул. Марукича находит, хуй пойми где, потому что он не в рейде. Вначале... А вот шака не находит, вот, типа, я об этом и говорю тебе. Посмотри шака после мистера Бонда. И место после мистера Бонда и над... Джанг, Кусяо, шака идет. Видишь? Нет, Андрюх. У меня мистер Бонд, Кусяо, Джанг, Топхай, Пуфолах, Ну это либо у меня что-то забавилось, либо он неправильный. Одно из двух. Не, ну ладно, я буду сам отнимать. Меня показывает шаг. Бондом и... Не, так я у Марку еще отнимать могу, я постоянно просто говорю, что неудобно у него отнимать. Ну, буду я что, он говорю, между мистером Бондом и... Так, у послушай, в принципе, убита синдром. Мы сейчас вместо Джанкова. Че там, Саш, я прошу тебя, смотри, подсказать. Есть 2 ДК танка, у тебя Андрюшка есть сова. Там стоит Джанк и стоит Лаксар. Стой ли у тебя? Ну да. Кстати, ну бля, просто Апокава как мейна не хочу ставить. Зачем мейна? Зачем? Я имею в виду про Пашу ГДКшку. На. Как вариант. Андрюха пойдет по чили. Мы все равно уже шмотку вроде не видим. Просто мы знаем, что Андрюшка себе медведя собирает и все. Так будет дохуя кастер, хуй заебись. Ну ты прав, ты прав. Сейчас мы вместо Джанка. Или тебе надо что-то с босса послушать? Проверяй босса. На ДЦшнику. Да, там надо оффхенд и колечко. О, понял. Ну тогда оставайся, где шмотки это много. У него полика? Когда мы Андрея... Нет, там Сацуна сейчас придет. Хорошо. Мы без него все равно к ней пойдем. Так, трэшки, с модом прийти. А мне талисман на сову дадут? Да. Я останусь. Нет, конечно. Конечно. Размечтался, ну, блядь, ну, никому не надо. Булдрайн же есть. Булдрайн, у тебя есть же 3 неадекватные, правда? Сейчас такие маги. А мы все фаеры. Это можно Лича на замене быть? Есть ли? Есть, есть. Я на Лича уйду на замену. Да, Лера. Я бы, ну, знаю, Блуду дал бы и все только туда, если больше никому. Надо посылать, да? Сейчас я замену. Андрей, бля. А где Кусяо? По одному человеку можно говорить? Вот, смотрите, во-первых, иди, Коля, мистер Бонд на пули шел. Так, да, Женя, сейчас мы трэш почистим.